Почему сегодня пришли сюда? Потому что здесь в 15 часов, то бишь вот сейчас, проходит брифинг как раз того самого Александра Соломоновича Ландо по поводу ситуации с таксистами. Но, в общем-то, никакой реакции в очередной раз не последовало, да? Ну и не последует, потому что это вопросы, которые не хочет Общественная палата рассматривать, им не интересно. Поэтому, в общем-то, у нас требования. Вот Александр Соломонович у нас рассказал год назад, что 2 миллиона человек за ним стоит, да? Что 2 миллиона человек его поддерживают. Ну давайте проведем открытые перевыборы главы Общественной палаты и его членов. Здравствуйте, Александр Соломонович. Когда ваша отставка отпразднуется? Не дождемся. Дождемся? Я уверен, что дождемся. Нет? Вчера нас таксисты приглашали на митинг, мы к ним приходили. Все очень хорошо понравилось, проведение. Там присутствовал Ландо, и нас заинтересовало это. А почему бы нам к себе его не пригласить? Я подошел к нему, дал свою визитку. Сказал, что здесь вот дальнобойщики в Энгельсе на проспекте Строителей с 27 числа стоят. Но не дождались еще представители от власти. Никакого диалога ни с кем не было. Ну, хотели бы, может быть, его увидеть здесь. Может быть, он смог бы нам чем-то помочь, озвучить наши проблемы. Сегодня вот уже время 15:30, 15:30. Нету. Наверное, не будет сегодня его. Значит, не так важны мы. Люди обычные, простые граждане, общественным деятелям. Завтра Ландо приедет, отзвонился. 10. Странно. Подписывайтесь на открытый канал. Еще больше новостей на fnvolga.ru. Мы не боимся говорить правду.